Последний ящик на этом аккаунте — это мега ящик за 1500. Я не могу его не взять. И 7 предметов! 7 предметов с последнего ящика! Черт побери! Это что за аккаунт такой? Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи. Вы должны увидеть это открытие своими глазами. Вы только посмотрите на количество ящиков. 365. 65 больших и всего лишь 22 бравлера на этом аккаунте. 4 леги, 4 мифика, 1 эпик и 1 сверхредкий не хватает. И сегодня будет нереально крутое открытие. Постараемся выбить как можно больше бравлеров. Друзья, заваривайте чаек, берите пельмешки, вкусняшки, усаживайтесь поудобнее, потому что будет видос «Настоящая пушечка». Ну а сейчас, друзья, будет огромная просьба каждому из вас. Если вы вдруг еще не подписаны и не поставили свой лайк, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. У вас займет буквально 3 секундочки. Вот подписаться, нажать на красную кнопочку, поставить лайк и нажать на колокольчик. Ну а мы, друзья, начинаем. Помимо того, что здесь дофига сундуков, здесь есть ящики на пути к славе. Да, ребята, здесь есть мега ящик, пару больших. А также в магазине есть бесплатный ящик. И есть еще у нас за звездные очки. Давайте начнем открытие с бесплатного. Почему бы и нет? Вдруг сразу повезет. Так, погоди. Не повезло, не повезло. Ладно. Здесь мы открыли. Погнали открывать вот эти ящики. Открывать я буду максимально быстро. Ящиков очень много. Я буду клацать очень быстро. Не знаю, насколько у меня это получится. Надеюсь, Бравл стал лагать не будет. Потому что бравлеров мы сегодня выбьем очень много. Я очень сильно надеюсь, что повезет на Лего. Кстати, знаете, что я очень сильно забыл сделать? Точнее, очень сильно пожалею, если не сделаю. Смотрите, нужно посмотреть, какие у нас сейчас шансы. Лего 007. Боже, какой маленький шанс на Лего. Мифический 0,2, эпический 0,5 и сверхредкий 1,2%. И хочу вам сказать, что человек на этом аккаунте копил эти сундуки полгода, ребят. Это реально заслуживает лайка. Полгода копить ящики, копить сундуки. Блин, это реально заслуживает лайкусика. Подписки, если не подписаны. Ну, а мы открываем. Пока что у нас выпадает ровным счетом ничего. Прямо в начале. Пятый эпический боец. И уже, получается, на этом аккаунте есть Биа. Блин, это очень круто. Это очень круто, кстати, можно прокачивать бравлеров. Можно прокачивать бравлеров. Сила 7, сила 5. Почему? Потому что человек сказал, прокачивай, пожалуйста, бравлера, чтобы мне выпадали гаджеты. Ну, потому что гаджеты не выпадут, если бравлеров не прокачивать. Немножко прокачали и погнали открывать дальше. Первый бравлер сегодня уже выпил. Это эпический. Будем, скажем так, загибать пальчики. Эпический выпал, так. У нас выпадает звездная сила на кольта. Неплохо. Плюс одна пассивка. Один бравлер и одна пассивочка. Я хочу набить немного золота на этом аккаунте, чтобы мы могли с вами хотя бы выбивать еще и гаджеты. Потому что гаджеты, шанс выпадения 2%. Это довольно-таки много. Так, ну-ка давай. Ну-ка давай, выбивайся. Поехали, поехали. Давай, давай, давай. Очки силы нужны. Золото нужно. И, кстати, мы с вами открыли уже сегодня. Посмотрите, сколько. Больше 60 кейсов, это много, это правда много. Так, берем с вами, прокачиваем немного ниту, прокачиваем, давайте, немного розу. Будем все золото сливать, чтобы прокачивать, ну, не хватило на 7-ю силу. На ниту уже, в принципе, можно выбивать гаджеты. Здесь пока их нет, но скоро будут. С 7-й силы, если не ошибаюсь, выбиваются гаджеты. У нас есть очень тяжелая артиллерия, это большие ящики. Их у нас еще 65 лежит. Мы их будем открывать только после... смотрите. Нита приказывает своему медведю нанести удар по земле, оглушая всех врагов. Итак, одна пассивочка, один бравлер эпический и один гаджет нам уже сегодня выпал. Нифига себе! Мифический бравлер еще выпадает на макс. Вот это я понимаю открытие, ребят. Я обещал вначале, что будет нереально крутое открытие. Уже два бравлера. Эпик плюс мифик нам выпал.
Прокачаем розу на 7-ю силу. Золото, если не ошибаюсь, у нас закончилось. Можно выбивать еще теперь и на розу. На розу тоже можно выбивать нам гаджет. Открываем дальше. Пока что у нас в запасе один гаджет есть. Блин, мы выпили уже один эпик, один мифик, и остается выбить сегодня Лего. Мне интересно, какие сейчас будут шансы на Лего. Были 0.07, а теперь, мне кажется, будут совершенно маленькие. 0.04, такое возможно. Я не знаю, мне кажется, невозможно с такими шансами выбивать Лего. Это просто Unreal. Но если выпадет, я буду просто радоваться на 7-м месте от счастья. Ну, мифик мы по-любому должны с вами выбить. Кстати, мы до сих пор не выбили... мы выбиваем гаджет. Второй гаджет, это у нас на розу. Заходим в бравлеров, нужно прокачать кого-то немножко больше. Здесь не хватает немного силы. Четвертый. Так, этот 7-й. Подожди, Барли, уровень... А, у него уже есть гаджет. У Розы тоже есть гаджет. Давайте прокачаем Брока. А почему бы и не Брока? Золото заканчивается. Так, дальше открываем. Блин, у нас еще дофига ящиков сегодня. Мы с вами мало пока что открыли. Так, поехали. Набрасываем. Я хочу выбить все мифики сегодня. Интересно, сможем ли выбить 4 мифика за серию? Но мне интересует Лего. Но шанс 0.04, это, ну, совсем маленький. Это очень маленький шанс. На этом аккаунте ящики, в принципе, вообще не открывались. То есть, я очень быстро сейчас открываю. Серьезно, без... Вот, я могу клацать вот так открывать, но это будет очень долго. Смотрите, скорость вот такого открытия и скорость того открытия, которое я делаю, очень большая разница. Но таким открытием будем делать большие ящики. Итак, бойцы... стоп! Я пропустил выпадение Джеки? Джеки выпало! Подожди, а когда нам Джеки выпало? Я пролистал сегодня Джеки. Стой. Серьезно? Да, нам, получается, выпало Джеки. Нам выпало Мортис. Ой, боже, Мортис Макс. И нам выпало Би. Как я так пропустил? Капец, ребята, сорян, серьезно. Я чисто пропустил выпадение. Так, давайте прокачиваем немного Брока. Прокачиваем немного Джесси. И нам уже можно прокачивать даже Биа, Джеки и Макс. У них уже немного тоже поднялось очков, немного золота, блин, офигеть. Но здесь немного прокачать придется, потому что больше у нас нет ничего. Макс у нас тоже буквально один уровень апается. Золото у нас, в принципе, остается. Нужно поднять немного Пока. Так, деньги закончились, пока мы открываем дальше. Я хочу выбивать сюда очень много всего. Я потом в конце, наверное, посчитаю, либо это будет на превьюшке. И мы выбиваем гаджет на Брока. Офигеть, это нереально везучий аккаунт. Здесь гаджеты сыпятся просто... 2 гаджета подряд, как такое может быть? Гаджет на Брока и гаджет на Джесси. Тролль Джесси порождает ударную волну. Блин, золота у нас не хватает для выбивания дальше гаджета, потому что мы все, что можно было, уже сейчас открыли. Нифига себе, это реально везучий аккаунт. Мы выбили, получается, уже 3 бравлера. Я думал, что 2, но получается, я каким-то образом пропустил выпадение. Как я мог пропустить выпадение Джеки? На это слишком быстро клацал. Ну, сорян, ребят, я просто увидел, что очки силы начали падать на Джеки. И после этого я понял, что, походу, я выбил еще и Джеки, кроме того. Смотрите, сколько гемасиков сейчас падает. Очень много гемов падает. Так, нам нужно прокачать будет Пока. Немножечко прокачать Пока. Дальше мы начнем качать. Наверное, будем качать Тару. Почему бы и нет? Деньги у нас. А, у нас не хватает прокачки. Тара 6 силы. Ага, денег у нас больше нет. Окей. Что можно выбивать? У нас можно дальше выбивать. Подожди, я не выбил никого там случайно еще. А Мортис, Джин, Мистер Пи. Нет. Чего? Я выбил Ворона! Когда? Я выбил Ворона, вы посмотрите. Блин, я пропустил выпадение Ворона. Мы выбили с вами еще и Ворона. Когда я это успел пропустить? Блин, вот она проблема очень быстрого открытия. Мы выбили с вами Ворона. Ребят, напишите тайминг, когда все-таки мне выпал Ворон. Так, мне выпадает гаджет на Пока. Офигеть, я выбил Ворона на этом аккаунте. С шансом 0.04. Теперь шанс 0.01. Это жесть, ребята, это просто жесть. Да, из-за того, что я слишком быстро открываю, я выбил еще и Ворона, я даже этого не заметил. Блин, капец, как я мог пропустить? Я буду стараться повнимательнее делать это все дело. Я выбил Ворона, я выбил Макс, я выбил... О, боже.
Я выбил Бия, я выбил Джеки. Увы, Ворона и Джеки я каким-то образом пропустил из-за слишком быстрого открытия, потому что сундуки, наверное, ну, скажем, по два сундука, может быть, сразу по два ящика открывалось, но это было слишком быстро. Так, нам нужно прокачать немного бравлеров. Я хочу проверять, может быть, я опять кого-то выбил? Я Мортис, Джин, Мистер... Да, все, три мифика и три леги. Это просто какая-то жесть. Это просто невероятно. Так, качаем теперь Тару на седьмую силу. Давайте мы Джесси уже выбили. Карла давайте прокачаем, почему бы и нет. Золота не хватает дальше. Биби на пятую силу качнем. Кого еще можно прокачать? Пока что не пятой силы, денег у меня больше нет. Погнали дальше. 113 ящиков, еще 65 больших. Я буду немножко медленнее открывать, потому что, мне кажется, из-за этого я пропускаю. Хотя нет, ну серьезно, слишком медленно тоже неинтересно. Давайте немножко ускорим. Так, смотрим, смотрим. Блин, как я пропустил выпадение Леги. Но она выпала. Ворон, вы видели своими глазами. Ворона здесь не было, но теперь есть. Выпал ворон. Блин, я очень сильно расстроен, то, что нам выпал ворон не на видос. Вернее, на видос, но он просто не заснялся из-за слишком быстрого открытия. Ну, ребят, 365 кейсов, если бы я открывал медленно, вы бы просто умерли со скуки. Но да, ворон, конечно, выпал. Я вижу, что выпадают очки силы на него. В начале серии вы видели своими глазами, что здесь этого не было. Блин, нифига себе аккаунт. Это реально очень самый везучий аккаунт в мире, вы представляете? У него всего лишь, сколько там сейчас будет? У него всего лишь 6700 кубков, а у него столько бравлеров. Это просто невероятно. Еще куча кейсов у нас впереди. Так, есть 800 золота, нужно бойцов прокачивать, чтобы, ну, человеку все-таки получать гаджеты. Теперь у нас есть возможность получить гаджет на Карла. Все, открылась возможность. Погнали дальше, немножко ускоримся. Почему-то гаджеты не пропускаются. Так, давай. Ну, выпадай мне еще что-то. Некоторые гаджеты, ведь, возможно, мы какие-то гаджеты даже пролистали. Возможно, мы уже только что, пока быстро клацали, выбили гаджет на этого Карла. Я хочу проверить, серьезно. Где наш Карл? Нет, гаджета у него все-таки нет. Остается 50 ящиков. Я, наверное, не буду так быстро открывать, немного замедлимся. Мы 50 последних ящиков, потому что я хочу увидеть выпадение бравлеров. Я хочу увидеть выпадение гаджетов. Я хочу много чего сегодня увидеть. Блин, вот это круто. Не, за такое открытие нужно поставить лайкосики. Так, маленькие ящики практически закончились. Осталось штук 40, и останется у нас еще большие. Вот большие я спешить не буду открывать. Давайте, наверное, маленькие все-таки немножко пролистаем. Нифига себе! У-ху-ху! Второй мифик выпадает на этом аккаунте. Выпала Макс, выпадает Мортис. Блин, это пипец. Это просто пипец. Вы посмотрите. Джин, Мистер Пи, Спайк, Леон и Сэнди осталось. Вы посмотрите, сколько бравлеров нам выпало. Это просто жесть. Давайте немножко вороненка апнем до четвертой силы. Кого бы еще поднять? Дэрил, подожди, Дэрил сегодня нам не выпадал. А, давайте пропаем Макс, почему бы и нет. До какой-то, ну не хватит нам прокачать. Пайпер можно улучшить. Всех бравлеров потихонечку будем апать, насколько хватит у нас золота. На шестую силу апнули. Давайте немножко Фрэнка апнем, и у нас закончилось золото. Ладно, 38 маленьких кейсов. То есть получается, на данный момент у нас выпало Лего Ворон, два мифика, это Мортис и Макс, один эпик, это Бия, и сверхредкий, это Джеки. Нифига себе, просто нифига себе, серьезно, это получается нам выпало уже 4, подожди, Лего, 2 мифика, 5 бравлеров уже выпало сегодня. Фух, и мы еще не дошли с вами до больших ящиков, там-то будет еще веселее. Возможно, сегодня будет плюс еще одна Лего, я, конечно, не уверен в этом, но очень бы хотелось. Так, получается, гаджеты, если не ошибаюсь, мы все выбили, давайте немножко ускоримся. Так, что нам выпадает? Нам нужно гаджет на Карла. Либо он уже дропнулся. Я могу этого не заметить. Из-за слишком быстрого открытия я могу пропустить гаджет. Остается у нас буквально 4 маленьких. Проверяем гаджет на Карла. Нет, он все-таки не выпал. Кого можно прокачать? Давайте прокачаем немного Биби. До 6 силы апнули Биби. 370 золота нужно. Динамайк, Пэм, Джеки апнем. Почему бы и нет? Этих бралеров нужно поднимать. Улучшаем Пэм. На пятую силу золото закончилось. Ладно, 4 маленьких кейса. Я буду в шоке, если сейчас с последнего что-то выпадет. Пока что не падает, ребят.
Такого, кстати, это первое такое огромное открытие на канале. У меня было, что я открывал 300 кейсов, было 350, но вот так вот нет. И, кстати, мы перешли уже на большие ящики. Пошли открывать 65 больших кейсов. Здесь я уже спешить не буду, потому что здесь шансы, мне кажется, повыше выбить что-то интересное. Минимум гаджет. Пассивки мы с вами уже не выбьем, потому что, ну, бравлеры не так прокачаны. Я думаю, не так важно получить сейчас пассивки, как получить гаджетов на всех бравлеров, прокачивать, а потом уже и получать пассивочки. 1% на пассив... Кстати, может быть, прокачать одного бравлера до 9 силы? В принципе, там должно хватать очков силы на каков-то, потому что мы сейчас открываем большие ящики, здесь очень много дается золота. 1025, а кого можно прокачать? Допустим... того же Була. Нет, ведь нам не хватает качать слишком много. Даже Барли нам не хватит прокачать. Слишком много очков сил, мне кажется, не сможем. Давайте лучше будем получать гаджеты. Итак, следующий большой ящик начинаем открывать. Вот Борика, Мортис, ну-ка давай. Давай еще один мифик сегодня нам нужно дропнуть, чтобы прям по красоте было. Я, конечно, не говорю про еще одну Лего, я бы был бы рад, но шансы на Лего слишком малы. Мы и так выбили Лего с шансом 0.04%, вы понимаете? Я думал, что этого сделать невозможно, но мы выбили Ворона. Блин, это пушка, такого открытия, реально, мне даже интересно, что выпадет дальше. Такого открытия у меня еще не было. Так, выпадают нам немного очков. Кстати, гаджеты перестали падать, вы видели? Вначале гаджеты сыпались просто... как из ведра, теперь они у нас долго не падают, потому что гаджет на Карла все еще не выпал. А нам он очень сильно нужен. Гаджет на Карла, кстати, довольно-таки симпатичный. Бегает, отравляет всю землю. Так, давайте посмотрим, кого можно прокачать на 7-ю силу. Да, мы обязательно качаем Биби. Теперь можно выбить гаджет на Биби. Качаем, наверное... А, ПМ мы не можем, не хватит у нас очков. Силы Рика, в принципе, можно будет прокачать, но не хватит золота. Следующее золото пойдет у нас на Рика. А на Макс не хватает... Динамайка, наверное, да, на Динамайка много у нас очков сил. И, в принципе, все. Нифига себе. Да, мы сейчас прокачаем с вами еще пару бравлеров. 37 больших кейсов. Давай, 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 Робзи. Опача! Гаджет у нас выпадает на Биби. Сразу высыпался. Неплохо. У нас в запасе есть еще один гаджет. Это на Карла, который не выпал. Нужно добивать золото. Блин, капец, какой везучий аккаунт. Мы столько гаджетов выбили, пипец. Я не знаю, посчитайте, ребят. Кто считал, посчитайте в конце видоса, сколько гаджетов мы выбили. Выбиваем гаджет. Гаджет на Тару. Капец, практически два раза подряд гаджеты. Это невероятные шансы. Аккаунт, блин, вот это аккаунт именно везучий. Просто очень лакерный аккаунт. Нападало столько всего. Ну, хотя и кейсов здесь открыто было по факту немало. Но на моих аккаунтах... Да ладно! У нас выпадает гаджет на Карла. Три гаджета уже выпало только что. Блин, это жесть. Нам нужно срочно кого-то на 7-ю силу, потому что у нас не хватает выпадения гаджета. Рика мы апнули. Нужно будет апнуть, скорее всего, да, Динамайка следующего. Хватает у него... А нет, не хватает. Немножко не хватит, да. Сейчас выбиваем на Рика, дальше на Динамайка. Поехали. Если сейчас выпадет на Рика, я офигею. Но дальше прокачаем Динамайка и будем мапать следующие гаджеты. Офигеть. Да, ребят, посчитайте в конце видео, сколько гаджетов мы выбили за это видео. Пассивку выбили, увы, одну, потому что ее не хватало. Выбили кучу бравлеров. Но это еще не все, ребят. Есть еще мега-ящик сверху. Есть еще большие ящики, поэтому это не конец открытия. Так, вы гемов, конечно, выбивали. Вы посмотрите, сколько гемов на этом аккаунте уже. 202 гема, вы прикиньте, 202 гемаса на этом аккаунте. Да, не хватает у нас для прокачки больше никого, Динамайка не хватает, это 15 больших. Я уже не спешу, потому что мне самому интересно. Так, нам уже нужно выбить гаджет на какого-то, не помню уже какого бравлера, на Рика, гаджет на Рика, который стреляет во все стороны. 3 раза за раунд, за бой. Так, давай, остается буквально немного больших ящиков. Потом пойдем с вами покупать, вернее, открывать ящики с пути к славе. Блин, да ладно! Третий мифический бравлер за сегодня, Мистер Пи. Это просто Unreal. Вы посмотрите на эту красоту. Остался только Джин, Спайк, Леон и Сэнди. Блин, это реально пушечка. Ух, это круто. Кстати, кого можно было еще прокачать? У кого слишком много очков сил? И да, у всех не хватит. Эль Прима, в принципе, можно было бы апнуть сейчас на 7-ю силу. Мне кажется, даже хватит. Не факт, что золота хватит. Но, смотрите, 7-я сила есть.
Дальше можно апать, в принципе, Тика начинать, тоже дать ему гаджет. Так, неплохо. У нас еще остались кейсы. 7 больших. Ребята, наберитесь терпения. Это большое открытие. Очень дави. Ролик будет где-то примерно минут 20. Но оно того стоит. Серьезно. 3 мифика. 1 эпик. 1 сверхредкий и лего. Блин, вот это реально круто. Столько выбить, я не думал, что получится. Честно, я думал, что с лего не выйдет. Но, блин, 3 мифика. Так, это у нас закончилось. Залетаем сюда, забираем огромный мега ящик за 5000 кубков. И 6 предметов здесь. Блин, хоть бы лего, хоть бы мифик. Я хочу бравлера, давай. Но скорее всего будет, конечно, гаджет. И да ладно! Это последний мифик на этом аккаунте. 4 мифика за эту серию. Черт побери, как такое возможно? Черт, я не понимаю, что творится на этом аккаунте. Вы видели? Джин сразу с мега ящика за 5000 кубков, друзья. Ставьте все лайки, все ставьте лайки. Остается буквально 3 леги. Все, 3 леги забрать — это просто жесть. Давайте заберем очки силы, закинем, я не знаю на кого. Давайте закинем, Динамай, кстати, уже прокачался. Кого закинем? Давайте, пускай на Пенни. Не знаю, может было на Ворона забрасывать, точно. Так, открываем ящик на пути к славе. Здесь у нас 2 предмета. Блин, никто не выпал. Забираем еще, забираем 25 очков сил. Заберем, конечно же, на Ворона, на Легу забрасываем. Забираем 8 бита, это еще один бравлер Гумаря за сегодня. Золото, еще большой ящик открываем на пути к славе. Здесь, увы, никто не падает. 150 очков сил мы закидываем, конечно же, на Легу. И последние 200 золота мы тоже забрали. Это жесть, ребята, это просто забей. Так, Динамайка мы улучшаем на 7-ю силу, теперь он может получить гаджет. Это очень важно, чтобы можно получать гаджеты, нужно апать 7-ю силу. И не хватает немного золота на ап Ворона. Я, наверное, все-таки оставлю, потому что мы зайдем в магазин. Здесь у нас есть очки силы, посмотрите. Ну ладно, это потом. Здесь у нас есть еще, друзья, большой ящик за 500 звездных жетонов. Открываем. И последний ящик на этом аккаунте — это мега ящик за 1500. Я не могу его не взять. И 7 предметов! 7 предметов с последнего ящика! Черт побери! Это что за аккаунт такой? Это либо лего, либо 2 гаджета. Это пипец. 7 предметов с последнего... 2. 2 предмета, ребят. Поехали. Вы готовы? Серьезно. Я не знаю, сколько должен этот ролик набрать лайков. Просто давайте 1050 минимум. Итак, готовы. И гаджет на Динамайка. Еще один. Это гаджет на Эль Прима. 2 гаджета подряд. Это просто жесть, ребята, это просто жесть. Да, и конечно, я должен же докачать все-таки Ворона до 7-й силы. Увы, гаджета я его не выбью, потому что закончились ящики. Итак, давайте подведем итоги. Что мы сегодня с вами выбили? Мы выбили с вами Легу, раз. 4 мифика, это 5. 1 эпик, 6 сверхредкого, 7 бравлеров. Ну и плюс мы получили на пути к славе еще одного бравлера. Остается здесь всего лишь 3 леги и одна Эмс. Я не знаю, возможно, если наберете очень много лайков, я на этот аккаунт закину еще и донат в следующий раз. И мы попытаемся выбить леги. Но вы посмотрите на этот шанс. 0.01. Это невозможно выбить. Ребят, на этом заканчиваю видосик. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. С вами был Как Сидоробзи. Хорошего настроения и всем покедова!